Спасибо большое за этот почет. Я хотел, ну, я тут набросал кое-что, потому что я уже в последнее время привык говорить и без бумажки. Но, тем не менее, мне хочется, чтобы режиссеры обратили внимание на одесситок, о которых я сейчас и буду говорить. Они такие красивые, они рано становятся молодыми. Сколько ты можешь идти сзади? Нужно что-то сказать. Ловко, быстро и остроумно. Вот тут и рождается талант. На главном инстинкте. А солнце вся жизнь. А море вся жизнь. А пыльные, а горячие. А пахнут акацией, ковылем, полынью. И ходьбой по горячему асфальту. А на чем они передвигаются? Эти оборванные юбки, эти разорванные джинсы, из них медленно и плавно уходят вниз быстрые, нежные, необыкновенной красоты. А вверху какие-то майки, куски халатов, обрывки парашютов, оттуда идут глаза. А чуть лизнешь, незаметно, но обязательно, если хорошо состришь, то лизнешь, соленое. Состришь, лизнешь, замрешь и поцелуешь. Поцелуй дороже всего. Все остальное мельче, хуже и глупей. Поцелуй главнее. Ты что-то говоришь внутри поцелуя, и ты идешь вперед внутри поцелуя. Поцелуй – это твое завоевание, твое произведение, твоя индивидуальность. В этом поцелуе все море, все лето и желание сказать еще что-то, о чем сегодня можно догадываться, а когда-нибудь, может быть, и пожалеть. Но кто об этом думает, когда целует? Ваш и очень-очень твой. Спасибо за внимание. Я желаю нам всем получить удовольствие от того, что мы увидим на экране. Я надеюсь, что они будут не плоские, а выпуклые. Михаил Жванецкий, спасибо вам за удовольствие наблюдать, слушать. Михаил Жванецкий, как поцелуй для Одесского международного кинофестиваля. Дякуємо, пане Михайло, дякуємо.